С 23 октября началась реализация проекта «Региональные лидеры». Был запущен специальный конкурс, который поможет найти талантливых руководителей и специалистов, потенциальных лидеров, которые в дальнейшем смогут занять ключевые управленческие посты в различных органах власти. В рамках большого проекта «Управленческая инициатива» мы и намерены решить эту очень важную и сложную задачу. Должны работать во власти справедливые и доверие. Значит, вот три основных момента. Кто же сможет принять участие в этом проекте и в перспективе стать управленцем? Как выяснилось, любой житель Ульяновской области. Главное – обладать необходимым набором компетенций. Это, конечно же, лидерские качества. Мы говорим о лидерах региона, это в первую очередь лидерские качества. Взвешенность принятия решений. Потому что если человек приходит на управленческие позиции, он должен принимать правильные, грамотные, взвешенные решения. Умение работать в команде и, конечно, сотрудничество. О чем вы говорили? Нацеленность на результат. Мы говорим о том, что если человек пришел, он должен понимать, какой результат он хочет получить и как его достигать. Планирование своей деятельности. Ну, конечно, эрудиция, культура необходимы. И коммуникативность. Конкурс будет проходить в несколько этапов. До 10 ноября все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе на специальном сайте leadersofulyanovsk.ru. Затем специальная комиссия проведет оценку кандидатов. На следующем этапе конкурсантов будут ждать встречи с экспертным сообществом, представителями научных и образовательных организаций, членами общественных палат. После этого эксперты проведут тайное голосование. Кандидаты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут решать уже практические задачи, направленные на выявление имеющихся профессионально значимых качеств. В результате конкурсного отбора 100 лучших кандидатов будут зачислены в резерв. Все они пройдут курсы повышения квалификации на базе регионального корпоративного университета по программе «Умное управление». Общество хочет видеть умную власть. Власть, которая умеет учиться, причем умеет и желает учиться всю жизнь, а не просто получив диплом и на этом закончив. Власть, которая олицетворяет своей работой справедливость в обществе. Андрей Корчагин, Константин Никитин, новости «Ульяновской правды».